Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень вкусный перекус. Приступаем! Итак, для начинки я в основном использую или сосиски, или какую-нибудь ветчинную колбасу. Обязательно идет у меня сыр, яйцо. Ну и так как мы любим перчик, то я мелко измельчаю перец сладкий и зелень. Вы же берите те ингредиенты, которые любят в вашей семье. Хлеб я использую вот такой вот, но это не принципиально. Опять же, берите тот хлеб, который любите вы. Сейчас я мелко нарежу сосиски и перец, измельчу зелень, а сыр натру на мелкой терке. Теперь во всю эту смесь разбиваю яйцо, немножко присаливаю, так как у нас сюда входит соленый сыр, и добавляю перчик и тщательно все смешиваю. Теперь наношу массу на хлебушек и стараюсь распределить одинаковым слоем. Подготавливаю таким образом все наши бутерброды. На сухую разогретую сковороду я аккуратно выкладываю наши заготовки. И на среднем огне начинаю поджаривать. Когда я перевернула бутерброды, я делаю огонь минимальный, так как сковорода уже сильно разогрелась и бутерброды очень быстро подрумянятся. А нам надо, чтобы еще успел расплавиться сыр и проготовилось яйцо. Прошло 2 минуты. Другая сторона также хорошо подрумянилась, значит бутерброды готовы. Можем их снимать со сковороды. Такие бутерброды можно также с собой взять в школу, на природу или на работу. Очень советую приготовить и приятного всем аппетита!